Аллилуйя.
Ontario, Соединенные Штаты Америки. Художественный руководитель и дирижер Стивен Фокс. Титулярная органистка Кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве Марина Амельченко, орган. Хор Clarion, США. Художественный руководитель и дирижер Стивен Фокс. Титулярная органистка Кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве Марина Амельченко, орган. Клавио, Соединенные Штаты Америки.
художественный руководитель и дирижер Стивен Фокс. Титулярная органистка Кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Спасибо. Марина Амельченко, орган. Дорогие друзья, наш приезд в Россию мы назвали турне доброй воли. Мы очень рады, что вы пришли сегодня вечером на наш концерт. И на прощание хотим для вас спеть песнопение, которое выражает наши пожелания для вас и для всего русского народа. Хор «Кларион». Художественный руководитель и дирижер Стивен Фокс. Марина Амельченко, орган.